Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео мы разберем функционал моего нового алгоритма Smart Money Bot. Но прежде чем мы начнем, хочу сказать пару слов о том, какие изменения планируются в ближайшем будущем. Первое – это изменение тарифной сетки алгоритмов на TSLab. Теперь у вас есть возможность купить алгоритмы навсегда за цену годовой подписки. Связано это с релизом моей новой платформы для алгоритмической торговли. Дату релиза пока называть не буду, остались инфраструктурные доработки, поэтому уже скоро. Помимо того, что теперь алгоритмы можно купить навсегда, я зачислю эти же средства на баланс новой платформы. Я вижу в этом обоюдную выгоду. Вы получаете алгоритм и возможность зарабатывать с его помощью уже сейчас и средства на баланс платформы, а наша команда, в свою очередь, инвестиции для поднятия инфраструктуры и понимание, что вам это интересно. Идем далее. С сегодняшнего дня алгоритм AutoFibobot продаваться больше не будет, так как все 50 лицензий были проданы. Его смогут купить навсегда только те пользователи, у которых была годовая подписка. Алгоритм Smart Money Bot будет продаваться также в ограниченном количестве и только до релиза платформы. Ну что, переходим в TSLab и начинаем обзор. Немного о базе, на которой работает алгоритм. Объясню максимально просто и коротко, чтобы все поняли. Стандарт Smart Money. На графике бот отрисовывает фракталы, которые образуют хаи и лаи. В алгоритме фрактал отображен белым цветом. По нему определяется направление тренда. Далее, на основе анализа фракталов определяются босс, в шорт и лонг. Стандартная структура рынка. На графике босс-лонг отображен зеленым цветом, босс-шорт соответственно красным. После отрисовки структуры алгоритм ищет ФВГ и или ордер-блок, по которым совершается покупка. Ордер-блоки лонговые зеленые и расположены внизу графика, шортовые красные и соответственно находятся в верхней части графика. При совершении покупки по ордер-блоку выставляется стоп за ОБ и тейк на ближайшем босс. ФВГ в лонг синего цвета, в шорт фиолетовая. Покупка совершается на 50%, стоп за лой ФВГ, тейк на ближайшем босс. Как и у всех моих алгоритмов, отклонения покупки и продажи и стоп-лосса являются адаптивными, а именно исчисляются как процент от размера ордер-блока и расстоянием от верхней до нижней границы ОБ, либо от уровня покупки до ближайшего босс. Отдельное внимание хотелось бы обратить на возможность выбора ордер-блока и метода его митигации. Ордер-блок может быть стандартным, улучшенным, только тело и без перелоя. От его выбора зависит уровень покупки и меняется отрисовка ордер-блока. Подробно о видах ордер-блока и методах его митигации рассказано в видеоинструкциях, которые станут доступны вам после оплаты подписки. Далее метод митигации. Митигация – это условие, при котором ордер-блок будет считаться отработанным. При касании, при закрытии внутри, полная митигация и никогда. Также мы можем менять метод выбора ордер-блока из списка доступных. Их два – лучший из диапазона и первый найденный. Данные параметры можно и нужно кастомизировать под вашу торговую стратегию согласно данным оптимизации и бэктеста. Можно торговать только в лонг на споте или фьючах, или только в шорт, или и в шорт, и в лонг, чтобы забирать все движения. Еще есть настройка, которая существенно повышает количество выигранных сделок до 80-100%, но существенно снижает их количество. Такой режим рекомендован для основного депозита или крупных ордеров. А именно, этот режим называется «не покупать ниже предыдущего босс». По строгим правилам считается, если эта зона провалена, то отскока может не быть или он будет небольшим. Но статистика показывает немного другие результаты. В любом случае, такой фильтр дает возможность торговать с максимальным винрейтом. Идем дальше. Покупка один раз предотвращает повторные покупки от одного ордер-блока, если вам это нужно. Покажу на примере этой серии сделок. У нас тут что-то типа канала. Обетал несколько отскоков,
Мог и не дать, тут уж каждый сам решает, один раз торговать или все. Также можно торговать только ордер-блок без наличия ФВГ. Еще у нас есть возможность выставить риск-реворд. Он же соотношение покупки к продаже, то есть вы сможете указать, какой риск-реворд должен быть до входа в сделку, чтобы выставить лимитку. Если сделка не соответствует РР, то бот не будет выставлять лимитку. Например, риск-реворд 0 означает торговать все доступные сделки. Риск-реворд 1 к 2 говорит алгоритму торговать только те сделки с соотношением стопа к тейку минимум в 2 раза. Что еще у нас есть? Стандартное ограничение для всех алгоритмов по суточному объему. Если в монете нет указанного объема, то сделки не будут совершаться. О всех дополнительных функциях и о том, что можно оптимизировать, настройках отрисовки структуры и более глубокого понимания алгоритма есть отдельные инструкции, которые станут доступны вам после оплаты подписки. Теперь перейдем в оптимизацию, а именно портфельное тестирование, которое позволяет нам оценить работу алгоритма на группе инструментов. Здесь мне хотелось бы сказать, что основная суть работы этого алгоритма состоит в правильной отрисовке структуры рынка и в правильном определении ликвидных зон. Всегда, когда мы совершаем покупку от ликвидной зоны, мы ожидаем отработку от этой зоны. Да, конечно, есть вероятность, что зона не отработает, но в большинстве случаев, а это 70-80% и более, зона отрабатывает, если она определена правильно. Именно поэтому данный алгоритм уникален и на дистанции с разными настройками приносит прибыль. Давайте проведем оптимизацию, например, на монете ADA USDT. Открываем оптимизацию и запускаем. Находим лучший результат, вот этот, и применяем его к скрипту. С этими настройками будем делать оптимизацию на портфеле инструментов. Теперь заходим в портфельное тестирование. Я уже подготовил список инструментов, на которых мы будем проверять настройки. Это топ-50 из CoinMarketCap. Запустим портфельное тестирование. Как видим, почти все монеты отработали в плюс. Давайте проверим еще на одном инструменте, например, SOL. Выбираем инструмент SOL USDT, запускаем оптимизацию. Также можно сделать на биткоине, эфириуме или другом инструменте поводыре, за которым следует рынок. Подробнее об этом будет на обучении работы с алгоритмом. Итак, видим, что оптимизация закончилась. Применяем лучшие настройки и идем обратно в портфельное тестирование. Запускаем. Как видите, опять почти все инструменты показывают прибыль, что свидетельствует о том, что алгоритм адаптируется к рыночным условиям и очень устойчив к любым движениям на рынке. Всем спасибо за внимание. Следом за обзором функционала выйдет статистика отработок Smart Money Bot'а. Поставьте лайк, если вам понравилось это видео, поделитесь с тем, кому оно будет интересно. Все свои вопросы, как обычно, можете задать в Telegram-группе, личке или через бота. Все ссылки будут в описании.